Колбасу совсем не обязательно покупать в магазине, ее с легкостью можно приготовить в домашних условиях, получается она очень вкусной и натуральной, лучше всего сочетается с соусами и гарнирами. Для приготовления такой колбасы можно использовать не только свиное мясо, но и куриное, к примеру, филе, если хочется, чтобы колбаса была жирнее, тогда кроме мяса, в нее стоит еще обязательно добавить сало. Список ингредиентов, в конце видео. Подготовьте ингредиенты. Нарежьте мясо мелкими кусочками. Выложите его в миску, выдавите через пресс чеснок. Добавьте соль и перец черный молотый, хорошо все перемешайте. Ставим лайк и подписываемся. Наполните кишку подготовленным мясом, удобнее всего это сделать с помощью мясорубки и специальной насадки на ней. Отварите колбасу в течение 20 минут, в воду можете добавить лавровый лист, перец горошком, соль и прочие добавки по вкусу. Выложите колбасу в сковороду, на которую налейте растительное масло. Обжарьте ее до красивой румяной корочки с двух сторон. Домашняя рубленная колбаса готова. Подписавшимся, больше вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Свинина, 350 грамм, чеснок, 1 зубчик, соль, по вкусу, перец черный молотый, по вкусу, масло растительное, 40 мл, кишки, 10 грамм, количество порций, 3. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Надеюсь на скорую встречу на канале.